Вот такой красивый шоколадный тортик. Прям елочка прорисована, все дела. Шарики такие золотые. Ой, вообще кондитерские изделия эти так и манят. Как вот можно не съесть? Я так понимаю, мы воспринимаем как какой-то фрукт такой экзотический, крутой. Ну, нам подменяют это тортиком. Ну, ладно, тоже ничего. Иногда можно употребить елочку. Какую. Красиво подарили тортик. Но как вот удержаться тут? Искушение прям. Смотри, когда не ел долго, голодал, постился. А тут вот тебе тортик такой.